Может быть, у вас лишь только утро, а у нас уж вечер настает, и солдат, играя на баяне, про Катюшу песенку поет. Эти строки из стихотворения «Ответ Катюши» Анатолия Другашева белой краской написаны на стене жилого дома в Уссурийске. Над ними красуется образ девушки-фронтовика на фоне боевой машины. Еще несколько штрихов, и новый арт-объект будет полностью закончен. Осталось уже не так много работы. Осталось поработать только с формой, колесом. И небольшие мелочи, это уже, наверное, вкусовщина. Ну, кое-что там хочется все-таки отредактировать. 350 баллончиков краски пока использованы не все. Тем не менее, художнику из Владивостока удается передать желаемую гамму. Ведь только в одной фаре боевой машины «Катюши» используется 13 цветов. Работа над арт-объектом требует не только сил и времени, но и средств. Благодаря создателю деревообрабатывающей мастерской Игорю Подлинному, а также сети супермаркетов «Зеленый остров» стало возможным появление патриотического граффити в Уссурийске. «Зеленый остров» и «Технодром» очень активно участвуют в различных благотворительных акциях. Мы также сотрудничаем с фондом «Умка» и часто ему помогаем, приезжаем на территорию, возимся с их животными и помогаем финансово. Также мы решили принять участие в патриотической акции для того, чтобы жители Уссурийска могли наслаждаться этой прекрасной картиной. На данный момент сеть супермаркетов для дома «Зеленый остров» запустила еще один благотворительный проект к 9 мая. 30% с продажи акционного товара пойдут на покупку необходимых вещей для ветеранов и детей войны. Таким образом, каждый уссуриец может присоединиться и внести свой вклад в доброе дело. А торжественное открытие стрит-арта под названием «Катюша» на Суханова 45 запланировано на 6 мая. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.